Подробности страшной смерти актера из сериала «Счастливы вместе». Александр Исаков перед смертью 3 недели пролежал в больнице. Друзья уверены, что в гибели артиста виновны медики. По словам друга Александра Романа Печерского, наши доблестные врачи не смогли установить диагноз и только после отека легких выявили причину — двухсторонняя пневмония. Вчера он еще шутил, приехала мама, были друзья рядом, обсуждали планы на отдых. Утром его уже не стало, сердце не справилось, раскрыл страшные подробности артист. Друг уверен, что в смерти Исакова виноваты медики. Прощание с артистом состоится 26 июля в крематории на Митинском кладбище в Москве. Начало траурной церемонии в 11:30. Александр получил известность после выхода на экраны сериалов «Счастливы вместе», «Атлантида», «Дежурный ангел» и «Холостяки». Он играл эпизодические, но очень яркие роли. Также Исаков работал в Государственном театре киноактера в течение 15 лет, он выходил на сцену. Искренние соболезнования близким и родным актера. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!